перед вами гибридная форма бурдака Барон. Вот. Сорт раннего срока созревания. Конечно, в настоящее время он еще не созрел, потому что срок раннего созревания, срока это ну, где-то до конца августа месяца. Ну, мы сейчас продегустируем от Владимира Николаевича. Вот. Я еще и сам не пробовал, вот это давно я не подходил к этому кусту. Чем интересный этот сорт? Мне он нравится. Грушение отсутствует. Грозди до килограмма. Вот. Ягода ну, довольно крупная. Где-то заявлено даже больше 20 грамм. Ну, 20 грамм здесь нет. Вот. Но грамм 15, а то и больше есть. Вот. Поэтому как украшенный сорт, сорт интересный. Вот сорт стоящий, вызревание лозы уже началось, поэтому я считаю, даже для начинающих виноградарей такой сорт неприхотливый, посадить можно. Вот. Ну, устойчивость к болезням есть мельд на пасынках, ну, я раз опрыскивал, понятно, что это, можно сказать, средняя устойчивость. Вот. Вполне хороший сорт. Вот. Это второе плодоношение, тоже посажено череночком в позапрошлом году. Вот. Но уже, как видите, почти полноценный урожай. Да, ягода, конечно, она еще не дозрела, еще это сахара не набрала, ну такая. Вот. Ну уже и не сказал бы я, что кислая там, что. Ну, до конца вот месяца еще есть время, как для раннего срока созревания. Это же еще сейчас созревают очень ранние сорта, очень раннего срока созревания, а это ранний сорт, это попозже. Вот. Но сорт хороший, я за ним, на него внимание обратил еще в прошлом году, только в прошлом году было там две сигналочки, но все равно они были такие компактные, без ворошения, ягодка в ягодку. Хороший рыночный сорт. Ну и кушается хорошо, кушается съедаемая, хрустящая, вот, мясисто-сочная мякоть. Одна косточка всего мне попала, не знаю, как там в остальных будет. Ну, причем она так незаметная, пришлось его вылавливать, чтобы сказать, сколько костей. Ну, действительно хороший рыночный сорт. И по устойчивости достаточно. Один раз опрыскивание, это вообще не опрыскивание. Ну, один вот раз мало. Я не хочу людей ориентировать на такую борьбу. Нужно дуже осторожно, дуже тщательно. Это один год, когда я раз опрыскивал. А обычно нужно дважды, до цветения и после цветения обязательно. И самое главное, надо смотреть, чем вы опрыскиваете. Не название препарата, а количество, которое вы покупаете. Потому что я дело с этими препаратами имею 50 лет. И большущий у меня опыт. Поэтому нужно покупать все-таки в более крупную расфасовку. Потому что завод плохого не делает. Плохое появляется по пути следования от завода к потребителю. Когда идет фасовка с большой, вот, в мельче, и доходит к растворить на 10 литров, а там препарата уже нет вообще. Потом мы говорим, плохой препарат. Нет, это не плохой препарат. Просто нужно покупать в складчину. У кого большие виноградники, значит, покупать на 2-3 года с таким расчетом, чтобы вы покупали более крупную расфасовку. Чтобы эта расфасовка была чуть ли не заводская. И тогда эффективность будет намного выше. Хорошо, спасибо, Василий Евдокимович. Спасибо всем, кто смотрел. Вот. Всем щедрых урожаев. И до встречи в следующих видео. До свидания.